Всемирный день борьбы со СПИДом – это еще один повод напомнить об этом заболевании. Как правило, накануне 1 декабря проводятся различные акции, круглые столы и горячие линии, чтобы все желающие жители могли задать вопросы и получить информацию о заболевании. По состоянию на 1 ноября среди жителей Рязанской области зарегистрировано более 5000 случаев ВИЧ-инфекции, 254 случая в этом году. К сожалению, 1703 человека умерли, и из них 100 человек умерли за текущий период 2019 года. Показатель заболеваемости вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за 10 месяцев, он у нас возрос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство больных – люди от 30 до 50 лет. В последнее время ВИЧ-инфекции все чаще выявляются на поздних стадиях. Если в предыдущие годы самым распространенным путем заражения являлось внутривенное введение наркотиков, то в последние годы отмечается рост числа случаев передачи инфекции половым путем. Сейчас на учете в центре СПИД состоит 2900 человек, более 1900 находятся на терапии. Находясь на терапии, они получают достаточно эффективное лечение, уровень вируса в организме снижается, и этот человек, который находится на терапии, эффективной терапии, а таких более 90% находящихся, они не распространяют вирус. Минздрав перед врачами, помогающими таким больным, на следующий год ставит цель, чтобы лечение получали более 90% поставленных на учет ВИЧ-инфицированных. Это делается для того, чтобы возможности для распространения ВИЧ-инфекции было меньше. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».